В 1802 году евреи белорусского города Шклова получили письмо, написанное на иврите от неизвестного адресата. В письме было написано: «Мир и благословение всей еврейской общине шлю вам привет. Слышал от бухарских купцов, что в городах России живет много евреев. Здесь, в Кызылгаре, мы не знаем, от каких евреев вы происходите. Для наших торговых дел нам надо бывать в России. Но сюда дошли слухи, что там очень притесняют и преследуют наших единоверцев. Если вы полагаете, что мы не будем терпеть притеснений и убытков, то известите нас. Мир вам, всем детям вашим и вашим близким. Призывающий на Израиль благословение Бениамин Сеть». Евреи Шклова ответили на это письмо тоже на иврите: «Нашим единоверцам, преданным и верным служителям Всевышнего». Как были мы удивлены, получив из дальней земли привет от братьев-евреев, которые не известили нас о месте своего жительства, о стране своего пребывания, так что мы не знаем, кому ответить. Правда, в письме упомянут город Кызылгар, но нам неизвестно, в какой стране он находится. После долгих поисков на карте земного шара мы отыскали вашу страну и окружающие ее земли. Это Бухара, большая и малая, граничащая с востока с Китаем, с юга со страной Великого Могола, с запада с Каспийским морем, а с севера – с Сунгарией и киргиз-казацкими степями. Приезжайте к нам, благословенные Богом, и мы сподобимся увидеть вас. И да спасет вас Всевышний от всяких страхов и ужасов, и вместе возблагодарим мы Его». В силу своей многострадальной истории евреи жили практически во всех уголках мира. Постоянные завоевания, гонения и притеснения вынуждали их мигрировать, приспосабливаться и приживаться на новых землях и в новых культурах. В Центральной Азии евреи проживали с давних времен. Эту подгруппу также называют бухарскими евреями. Бухарские евреи – одна из древнейших общин, сформировавшаяся более 2000 лет назад. Они являются представителями сефардской субэтнической группы евреев. В Средней Азии евреи появились уже в первые века нашей эры. Однако из-за отсутствия письменных источников единственным материалом об их жизни в античный период остаются сохранившиеся в еврейских семьях устные предания. Наиболее ранние письменные сведения о среднеазиатских евреях датируются XII веку и принадлежат Бениамину из Туделы, посетившему эти края в средние века. Подробные упоминания содержатся также в работах европейских ученых и путешественников XVIII-XIX веков, таких как Вамбери, Эверсмана, Ханекова и других. Существует много легенд и преданий, связанных с приходом евреев в Центральную Азию. Одна из них повествует о том, что первые евреи в Центральной Азии появились еще до возникновения города Бухары, более 2500 лет назад. Ахеменидский владыка Кир Великий в VI веке до нашей эры
завоевал Вавилон и позволил пленным евреям вернуться на свою родину Иудею. Однако некоторые из них решили, что в Персии им будет безопаснее, и остались. Так появились персидские евреи. Впоследствии через Персию они переселились в города Центральной Азии. Гипотезы ученых тоже разнятся, но почти все они близки друг к другу. Считается, что предки среднеазиатских евреев переселились сюда из Персии. Заселение иудеями различных областей Средней Азии происходило не одновременно, а длилось веками и с неодинаковой интенсивностью. Очутившись на территории Ирана в период так называемого 6 века до нашей эры, евреи постепенно осваивали и соседствующие территории. Надо учитывать и тот факт, что среднеазиатский регион довольно долго находился во владении и под влиянием разных персидских империй и зависимые от персов евреи, возможно, насильственно или добровольно переселялись в Бактрию и Согд. Рассказывают, что в Бухару первыми переселились 10 еврейских семей, которые были искусными красильщиками, которые постепенно создали в Бухарском эмирате отдельную отрасль промышленности – мастерские по окраске ткани и пряжи. Евреи успешно адаптировались в Центральной Азии, полностью усвоили культуру и языки местных народов. Родным языком бухарских евреев стал их собственный диалект, основанный на таджикском языке. После завоевания Средней Азии царской Россией русский царь признал бухарских евреев равноправными наряду со всеми другими народами в туркестанском генерал-губернаторстве. Юридическое неравенство среднеазиатских евреев было смягчено. Им разрешили покупать дома и селиться в новые части Самарканда, Ташкента, Коканда и других городов. Это была эпоха расцвета для бухарских евреев. Им принадлежали фабрики, хлопкоочистительные цехи, винокуренные заводы в разных городах Центральной Азии. Именно в это время, в конце 19 века, в официальных российских документах появился термин «бухарский еврей». Так именовали среднеазиатских евреев, являвшихся подданными Бухарского эмирата, территории, которые являлись вассальными Российской империи. После Октябрьской революции 1917 года, ликвидации Бухарского эмирата, национального размеживания в Средней Азии, термин «бухарский еврей» стал общепринятым для всех местных евреев, независимо от места их проживания. В начале советского периода среднеазиатских евреев Узбекистана сначала обозначали как майдамиллат – малая народность, а позже просто перестали их выделять в отдельную подгруппу и в статистических данных последующих переписей их включали в графу «евреи» вместе с европейскими евреями ашкеназы. Традиционной и монополизированной сферой деятельности большей части среднеазиатских евреев являлось
красильное ремесло, когда в конце 19-го, начало 20 века на среднеазиатский рынок в большом количестве стали завозить дешевые ткани из России. Местное красильное ремесло стало невостребованным. Среди среднеазиатских евреев были искусные ювелиры, сапожники, портные, парикмахеры, лекари. Были известные музыканты и танцоры, выступавшие на пиршествах не только в своей общине, но и у мусульман. Лучшие из них становились придворными певцами и музыкантами эмира. Женщины работали прачками, поварихами у богатых мусульман. Среди среднеазиатских евреев было много торговцев, от мелких разносчиков-лоточников до крупных предпринимателей. В городах среднеазиатские евреи работали на шелкоткацких, текстильных, швейных фабриках, в хлопкоочистительных, маслобойных, гренажных и кирпичных заводах, а также в кустарно-промысловых артелях. Традиционной формой поселения бухарских евреев до 1920-х годов являлись махалли, кварталы, скениссо, синагогой, миквой, ритуальными водоемами, банями, собственными базарами и кладбищами. При синагогах действовали религиозные школы. Общественная жизнь проявлялась в обязательном посещении всеми мужчинами, начиная с 13-летнего возраста синагоги, где устраивались собрания для обсуждения различных вопросов, связанных с общиной. Выбирали старшин, колонтаров. Здесь же проводились различные ритуальные обряды, устраивались угощения. Дома среднеазиатских евреев состояли из жилых и хозяйственных частей, располагавшихся по периметру обычно маленьких дворов. На улицу выходили глухие стены домов с небольшими воротами. Мехмохона являлась самой нарядной комнатой дома, часто служившая гостиной и синагогой. В домах богатых перед мехмохоной устраивали высокий айван с деревянными резными колоннами и расписными потолками. С конца 19 века дома крупных предпринимателей в Средней Азии строились по европейскому образцу. И сегодня некоторые бухарские евреи живут в добротных домах, доставшихся им от предков, которые строились очень качественно. В советский период наблюдается новое культурное развитие среднеазиатских евреев. С 1920-х годов функционировало Туземно-еврейское национальное бюро, еврейский пединститут, готовивший учительские кадры для регионов проживания евреев. Существовали специализированные еврейские образовательные учреждения, 10 школ, 4 дошкольных учреждения, 2 школы труда, 3 интерната, 6 рабочих клубов, 3 библиотеки. Со временем образовалась значительная прослойка интеллигенции среднеазиатских евреев, занятая практически во всех сферах народного образования и культуры. В 1930-е годы издавалось много книг на бухарско-еврейском языке. Из диаспоры среднеазиатских евреев вышла целая плеяда музыкантов, артистов, композиторов. Например, музыканты Ильяс Малаев и Мухаббат Шамаева,
а также всемирно известный ансамбль из Бухары «Шашмаком». После распада СССР наблюдается резкое сокращение диаспоры среднеазиатских евреев. Это связано с тем, что железный занавес пал, и люди получили возможность свободно передвигаться. В 2000 году численность бухарских евреев в Центральной Азии не превышала 3500 человек. Но общины бухарских евреев до сих пор существуют в крупных городах Центральной Азии. Самые большие из них в Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Значительное число бухарских евреев эмигрировало в Израиль, США, Германию, Австрию и другие страны. Сегодня самая большая община бухарских евреев в мире проживает в Израиле, около 150 тысяч человек. В США и Канаде живут около 60 тысяч бухарских евреев. 50 тысяч из них в Нью-Йорке. Это вторая по величине диаспора бухарских евреев в мире. Хотя бухарские евреи на сегодняшний день почти полностью покинули Центральную Азию, они навсегда останутся в истории этого края. Их культура и традиции останутся неотъемлемой частью Центральной Азии. А они, в свою очередь, не забывают свои исторические корни и часто приезжают, чтобы почтить память своих предков, которые похоронены на этой земле.